Пылающее авто. В ночь на 2 ноября произошел пожар у автосервиса на улице Зверева в Иванове. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 2:30 ночи. Когда пожарные прибыли, пристройка к автосервису была полностью охвачена огнем. Пламя перекинулось на машины. Укротить возгорание площадью 50 квадратных метров пожарным удалось меньше, чем за 20 минут. Огонь повредил здание магазина и 13 автомобилей. Два из них сгорели дотла. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара сейчас устанавливаются. Стоит отметить, что автомобили горят в Иванове уже 4-ю ночь подряд. По причине пожара на месте работает оперативно-следственная группа, в том числе испытательная пожарная лаборатория. Приблизительное место зоны очагового конуса располагается в пристройке здания. Рассматриваются все возможные причины возгорания.